Первое ощущение от сюжета – это что писали его для других актеров, которые гораздо моложе Уиллиса и Гудмана. Камон, Уиллис уже был старым, когда скейтбординг был в моде. То же самое про Гудмана и серфинг. Но это придирки. Настоящая же беда фильма кроется в мотивации злодеев и героев. Такое ощущение, что сценарий писал школьник. Мотивация получилась настолько нелепой и притянутой за уши, что фильм начал терять здравый смысл. Данный фильм пытается быть похожим на «Драйвера на ночь» или «Славных парней», но на деле проигрывает обоим по всем фронтам. И виноват здесь не Уиллис, который в последнее время даже не пытается играть и выбирает откровенно нелепые фильмы. Виноват в провале этого фильма сценарий или режиссер, который не сумел его правильно реализовать. 52 балла из 100.